Получается, клин клином вышибают, что ли? У тебя Да. такая вот пословица, да? Всем привет. Хоть да. Всем не бага, не лага. А, ну да, всем не багу. Не лаг. Багулечки, не лагулечки. О, так у нас тут данж. А, да. Угу, у меня появился. Да. Да ладно. Что, серьезно, да? Все, ребят, погнали. Подождите, дайте я хоть это. Ставьте спам. Джека, спам. Спам поставлю, да. Спавни. Я заспавнил моба. Все нормально. Ну что, паладины, я жду вас. Кто на меня? Давайте, хоть поздороваемся, эй. Ты куда убежал? Ребят, подождите меня, куда вы сразу? Так мы только что поздоровались. Когда? Жека приветствуется. Давайте, 3, 2, 1. Еще раз. Всем не бага, не лага. Опять? Всем не бага, не лага. И третий раз, чтобы убедительно было. Всем не бага, не лага. С вами пират, Сейк и Дрожа. И мы опять идем в данж. Нам показалось, что мало, когда было не хардкор, а сейчас хардкор. И мы сказали, да ну нафиг, почему бы и нет. Кто сказал, что мы не сможем? И я думаю, мы не сможем, но тем не менее. Всем привет. Вот. Да, я разглаголился. Добрый вечер. С Новым годом, буду краток. Кому-то вечер, кому-то день, кому-то вообще ночь. Хотя не знаю, кто смотрит ночью. Все. Ну да, поэтому кто-то в комментариях отпишется. Всем доброе утро, кто-то всем добрый день, а кто-то всем добрый доброго день. Времени суток. Да. Господа. Доброго суток, дорогие да, мы Галина, господа. Добрый вечер. Да. Вау! С вами... Кирпич. С вами кирпич. И он хочет строить дом. И все это... Мы только до сюда дошли. А, нет, нет. У меня и мы дальше. Далеко доходили, мы умирали, что ты сам забыл где. Тот раз, ай! Я на шип наступил. Я чуть не умер. Да ребята, куда вы так быстро-то, ё-моё? Чё смеетесь? Вы сейчас там сдохнете. Maybe. Свечка. Ну, а чё ты так медленно? Да потому что вначале был. О, круто, наши эти убивают магов, это круто. Кстати, да, мы все почему забыл заспавнить. Чё уже в серии не спавнил? В какой серии заспавнился? В этой. Он не успел появиться и уже не понял, что произошло. Ну, бывает. Чё вы такие имбовые, ребята? Вы хардмод дальше разносите быстрее, чем без хардмода. Да не говори. Хули. Ничего себе, мы разносим надо. Мне кажется, уже нет. Кто-то умер. Я определённо это умер. Нет, кто-то живой остался. Жека, иди сюда. Тут-то по веревочке надо спускаться. Зачем? Потому что убьешься. Нет. Так, ребят. Ауч. О, так тут золотая монетка была. Чё себе, разбейте пати, ну-ка я эту бомбу побросаю. А где мой... О, красавчик вернулся. Так, вот эту кнопку надо сбрить. Так, все хилимся, живем! Живем, живем, это же без проблем. Мне надо хильнуться, поэтому я не лезу пока. Погнали. Я лут собираю. А синие... Зачем тут синие эти штуки? Ребят, помрите. Помрите. Ребята. Голден Кейн нужен, пожалуйста, ребята. Пираты там, у кого-то ну, там... О, у меня дома два. Я что-то не знал, что мы... Реально, я не знал, что мы в данж идем. До последнего момента. Пират писал, все. Забирай, что там? Пират. Забрал. Всякая чушь. Окей, все, без проблем. Так, я сейчас приду в дорогу. Ямах! Так, тут есть, в общем, призывалка... О, сундук, что я открывал. Кого? Глаза. Есть глаз. Духу? Да-да. Джек, какого хрена? Эй, ребят, вы где? Лечилочки. Шо ты в стиле? О, а мы сюда не доходили. Я доходил один. Я сдох. Я открыл его и сдох. О, дрожа, просто дрожа написано. Почему-то кстати. Да. Прорываемся. Потому что мы штурмуем все, ребят, штурмуем просто. О, я нашел кобальт шилд.
Офигенно. У меня так, ловушка, 40... аккуратно, ребят, ловушка, не наступи. Видишь? Сломай, что ты стоишь около нее, орешь что-то. Ну, я... Это я стоял возле нее, я сломал ее. Да не, понимаешь, Жека такой заметил ловушку, такой, а, ребята! Не, ну я предупреждал, что это, да. Паника такая бегает вокруг ловушки. Ловушка, ловушка, что делать? Как жить с этим? А, то тут это назад, короче, дорога. На чей-то. Я шутка, ну, вообще как бог просто. What the fuck? А тут что, тупик? Да я что, зря сюда шел? Да, знаешь. А туда наверх можете не идти, потому что это назад. Я только что оттуда. Вот сюда вниз и потом налево. Направо. Направо. Ну бывает. Да ну нафиг, это нубы, я их просто уничтожаю. Никаких паладинов, ничего нет. Мне кажется, мы что-то не доделали там в хардмоде. Ну, это сюда как бы биом не дошел же, нет? Это незначимо. Че? Биом сюда не дошел, это незначимо. А, не, это без разницы. Хардмод, тьфу. Это должно было превратиться в что-то сильнее. Сразу. Я вижу уже пара хардмодных монстров. О, сундучок. А, может надо убить хардмодных боссов, слушайте. Кстати, да. Возможно, нам близнецов каких-то замочарить надо. Да, а потом оно превратится в нормальное. Я не уверен, пират. Да, надо босса убить. Все. Мы здесь были, да? Потому что нету этих, нету вообще никаких сильных мобов. О, акула, круто, я хочу себе эту статую. Ребят, говорите, можете убить? Жека! Жека! Я его убили уже. Ой, что это у меня выпал? Игрушка, две игрушки выпали какие-то. Чьи игрушки? Клозер Вуду. А. Так, а какого хрена они мне выпали вообще? Паладин, что были у тебя, ну? Цветочек синий какой-то. Короче, тут есть мурамаса. Кому нужна мурамаса? Пират. Вот. Паладин, я зашел, короче, в Вики там было, знаешь что? После убийства Плантера. Ну да, видишь. В общем, это, кому нужна мурамаса, там в сундуке я оставил. Мне нужно, пират, очень. Так мне меч нужен, вообще любой. Потому что я без меча вообще не понял. Я не знаю, данж, блин, вот сейчас, да, мы прошли его за несколько секундочек. Я теперь... А вверху ничего нету? Ancient Necro Helmet, what the fuck? А, так она вообще поломанная, нахрен. Минус 17 дамага, минус 3. Охренеть. Подарочки от пирата лучше и не найти. Чё? Кто призвал? Это я. Ну ладно. А блин, нельзя еще одного? Печально. Так у меня тоже есть. Я чё, тоже нашел. Пират, ты призвал еще одного, что ли? Нет. Чё такой? Вот тебе еще зелье телепорт. Ну, спасибо. Ребята, уже, пожалуйста, помогите мне. Ребята! Куда вы ушли? Ну ты вызвал, ты Сейк. Сражайся. Сейк, я... Да, сейчас к вам идет, ребят. Пират, зачем второго-то вызывать? Я не вызвал. Ади. Слышишь, Сейк, там меч ты взял? Он минус 17 дамага давал. Да, минус 13 сайза и до хрена чего. И чё, пират. Можно было же перезачаровать. Да, но это... Ну ладно, я потом перезачарую. Ща убью этого глаза, потому что он меня бесит. Только из-за того, что он тебя бесит, да? Ну да, ой, а чё он тут летает, мешает? А тебе Плантера не бесит, пират, ты её убьёшь? Офигеть, вот это армия! Пират. Чё? А тебя не бесит Плантера? Не, она хорошая. Цветок же. Чё? Плантера Бульба. Вау. А мы тут это... Ну, а давай туда пойдем. Пошли. Ой, зад. Не, импы, конечно, вещь хорошая. Они тупо от мелких всех отстреливают нас. Да-да. Картины, слушай, классные. Да я себе так, уже набрал. Тупичок.
Да вот я еще посмотрю. Так, а подбивай меня. Да подбивай, говорю. Я хочу картину забрать. У меня инвентарь уже переполнен. Я тоже. Так, тангстен можно выбросить, это тоже. Вольфрам-то за что? Все, пошли, да, дальше. За что ли, вольфрам, пират? Это что? И выпил какое-то зелье, окей. Теперь я бухой. Я тоже выпил. Ох, ё-моё. Да. Тот ёкарный баба, я прям на нем треснулся. Ух ты. Открывай. Ребят, кстати, я зашел туда, где мы. У меня тоже, кстати, эти есть. Так, кости мне нахер. А фигня в этом сундуке. Нужны. Кости нормально. Ой, ё-моё, я кинул бомбочку. Чего? Я даже атаковать. Да ё-моё, он прям под меня резается. Ну, да потому что он может. Я могу? Специально как будто. Мы еще ниже спускаемся, офигеть. Да, тут. Тогда большой давай. У меня золотые ключики закончились, у тебя нет уже? У меня есть. Вот, иди открой сундук. Тьфу, блин, зачем мне эта гоблин картина? Да блин, я не могу тут. А, синяя такая, но я ее продам. Зелье куча. Бомбы. Зелье. И еще зелье. Капец, ребята, я взял деньги просто. Че капец? Давай иди к нам. Ты че смеешься? Ты бы видел, сколько их тут спавнился. Ну, почти. Да я с вами ходил столько. Да ё-моё, на это. Охренеть их тут. Иди нахрен. Они поодиночке мочат, ребята, это нечестно вообще. У вас там, наверное, вообще не спавнится. Я отойду пару секунд. Не спавнится? А чё у нас тут армии? Все, я убрал. Быстрый. О, офигеть, тут еще надо одну золотую. Тут можно сундук открыть золотым. Иду. У тебя есть. Есть. Тут еще ниже комната есть в данже. Как туда попасть? Блин, одни зелья, гели и всякая хрень. Ну потому что я должен открывать. Мне всякая динамит. Кстати, гель, кстати. Ладно, с цилиндром я распрощался. Этот момент я запомню навсегда. Спасибо, Сейк. Ой. Слушай, я медленно падаю. Зелье медленного падения. Да, да, да. Прикольно. Кому нужен пистолет? У меня мушкет был. Еще зелье телепортации. Оставлю тут. Тут и пистолет. Офигеть, прикольно. Ладно, оставлю тут, он мне не нужен. Это что такое? Квин статуя. О, это для меня. Я ж королева этого мира. Бензоколонки. Да. Как ты угадал? Как он? Все. Тут конец. Это все. О! Я и не заметил тебя. Тут в конце простой сундучок. Лол. В котором всякая ерунда. Зачем мне? Это вот кукла Вуду, да, вот это, что мы кидаем? Да? Да. Вот чё? У меня. Ну чё, погнали вниз. Пойдем шахту делать. Надо сначала спуститься сюда, а потом шахта будет. Нормально, да? О, Жека, это будет долго.
Пока я прокопал тут туннель, то два эти. Тебе еще раз напомнить, какой у тебя мелкий и хреновый кирка? Сейк, а ты тут? Че тебя так плохо слышно? Да что тут? Эй, что? Что? Да что, не слышно? Нет. Ой, ё-моё, туда не копать. Так меня слышно или нет? Да, да, слышно. Уже слышно. А кто все собирает это? Это Жека собирает, я так понимаю. У меня есть куда? Капец, тут дальше спускаться, ребят. Чё мы копаем? Я не знаю, что ты копаешь, я пытаюсь отбиваться от этих. Лаву к нам пустить? Клаву. Клаву? Чё, все ещё по данжу спускаетесь? Ну, клаву надо тебе. Рейзерскую? Много хочешь. Рейзер? Жека, не копай. Упадёшь. Снег, башка попадёт, совсем больной будешь. Ай. А где это мы? Вон снизу зелёная, не надо, синяя такая. Не, так у меня такая уже броня. Ну, значит, мне сделай. Не, мне не надо, у меня такая броня. Офигеть. Чё там делать? В шахте или в данже вообще? Пират. Чё? В шахте или в данже? Мы... В шахте данже. Пират, аккуратно, плава. Серьёзно, Жека. Что? Мы в данже, который перешёл в шахт. В шахте, то есть, да? Да. В шанже. Мне кажется, нам надо вверх подниматься, потому что что-то мы слишком низко. Тут лава повсюду. И чё с тобой? Дискотека, да. Мой лав-кристалл, да? Мой? Нет, не мой. Не мой. Мне нужны жижки. Я ем. Ребята, я ем. А я себе. Ну, я думаю, это вы уже давно и так поняли. Да у вас 200, ё-моё. Угу. Я не могу туда зайти, я не могу туда зайти, я ему пока не могу разрушить. Пока вы это делали, я нашел, знаете что? Что? Хилку? 20 жизней. Ва-х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 а. У меня как-то теперь так, еще есть... Кто выкинул обсидиан? Скул. Не я. Я. У меня мой. Скал. У меня мой есть. Чё, копаем дальше, да? Я прошел сквозь эту штуку. What the fuck, что происходит? Какого хрена? Сейка оставили. Ой, ё-моё! Жожа, как больно! Лол, почти умер. А я хил... Надо хильнуться. Так я тоже хильнулся, но у меня... Вот Катя. О, Сейк, что это у тебя? Откуда это у тебя? Уплата нашел только что в сундуке золотом. Да под песком копать еще вы все кума лезете, блин. О, нет. Может вниз, ребят? Может вниз, говорю? Эту машину не остановить. Вниз, давайте. Че, обойдем? Мы пройдем сквозь него. Нет, давай назад. Всё, убедили. Нет, под... нет, где нет воды, ребята, пошла, не смогу. Да сюда давайте, где суша, ё-моё. Суша. Ещё червь, обалденно. Как так? А, хп. Я жив, у меня меньше всего хп, но я жив. Я не умру, я выживу. Я смогу! Нет, я не смог. Сколько там монет? Ну, не знаю.
Я-то ваши подобрал, ну, как ваши пирата. А почему мы шахту так далеко сделали от дома? Что за чушь? Мы каждый нормально раз сюда будем в шахту ходить. Пират, ну, это нам шахту нужна была, чтобы сердце найти. Давайте еще искать. Какое сердце? Для сейка. А, ну, ну так я сам его использовал. Вообще, 4 сердец нам надо добиться, так, если ты не в курсах. Не? Да. Ну. Все, давай. Все, сматываем. Я дома. Еее. Давай, Жека, телепортируйся. Хороший телепортация, телепортатор, Жеки. Да? I'll be back. Мне нужно ботинки Гермеса. Да, фига, ты хочешь пират? Понимаешь нас? Понимаешь, да, фига, ты хочешь? Я тебя так не понимать. Дофига я хотеть? Я знаю. Птибулец. Дробовик. Так. Блин, столько говна у меня с собой. Зачем я с собой говно ношу? Вот кто тебя знает, почему ты носишь с собой. Так, на некро можно продать, да? Он тебе не нужен, я так понимаю. Да, это фигня. Продавай. Я вот все метеоритовые слитки продал, вообще дофига голды заработал. Давайте, кстати, ребят, реально фармить метеорит. Зачем? И, кстати, кто там выбил демонитовую руду, продайте ее, дофига голды получите. Кому зачем, руда зачем голда нужна? Вода? Ее продавать можно, голда. В общем. Из Жека, нее продай крафтить руду. Зелье можно. С голды? Да с чего угодно. Так, куклу я продал. Сейк, дай один слиток. Чего? Орих Калм. Я его просрал, оставил это, в этом. Ты чё, дурак? Мне как раз один не хватает. Сейк, Сейк, нужно вот это? Сейк. Приятного аппетита. Спасибо, но я пью чай, я уже давно выкушал. И во время серии. Пока я фатил. Есть там... во время серии! Да ты чё? Это новый уровень летсплеинга. Я дзунога. Чё? Курсит флейм. Так, тут какая-то фляжка. Курсит флеймс. Так. Пират. Я всех накажу. Пират, помнишь, какой-то книжкой мочил себе этот? Палантеру свою, да? Пират. Пират, не Вадимка. Чё? Пират! Помнишь, ты какую книжкой мочил? Этих, ё-моё. Плантеру. Так такую мы можем сделать. Книжка. Скоро. У меня 45 демонитовых этих баров. Куда их девать? Пират, у нас нам нужно только 15 душ и 30 курсов слеймов. Пойдёмте, нафармим. Ну, для начала. Ло. Прикольно. Круто. Ну, тебя на карте видно. Где этот дилсо, блин? Да ё-моё! А теперь? А это квест не то. Кажется, кто-то умрёт! Это будет пират, если... Пират! Ай, демоны. Я потом... без брони был, чувак, без брони. У тебя меч какой? У тебя меч так. Во-первых, длинный, во-вторых, быстрый. Что ты не говоришь, а? У тебя меч на кнокбэк раз. Так, погодите. У меня меч на сколько? Вау, круто, зацени. Что? Давай себе меч улучшу, и тогда тебе будет круто. Кобздец. О-о-о, да-да-да, конечно. Когда это будет? Когда я его сейчас улучшу. Да блин, да ты охренел, дряда, пошла нафиг. Пошла нафиг отсюда. Стерва.
Че ты ее обижаешь? Она мне мешает. Так, я когда-нибудь доделаю себе дом. Что ты мне там ломаешь? Это он себе ломает. Я себе ломаю, не бойся. Я уже думал, что ты там. Ты фордж. Стерва. Стерва. Ох. Ладно, все. Всем алоха и пока. Прощайтесь. Всем пока. Пока.